Здесь молодежь не только получает востребованную специальность, но и активно участвует в организации своих праздников. Это и посвящение в первокурсники, и День студента, и День Победы. А День учителя и вовсе становится Днем самоуправления. Большое внимание уделяют воспитательной работе. Важное место занимает должность преподавателя-куратора. Особенно он необходим первокурсникам. Есть в учебном заведении и клуб спортивных единоборств. К слову, в Кубанском юридическом колледже работают профессионалы своего дела. Целый ряд преподавателей колледжа имеют ученую степень, высшую категорию и почетные награды. Как итог, колледж выпускает высококвалифицированных специалистов.